С 1 января 2024 года, согласно прогнозируемому уровню инфляции, определяемому Национальным банком Казахстана, все государственные пособия и базовая пенсия выросли на 7%, солидарная пенсия на 9%, то есть это на 2% больше уровня инфляции. В 2024 году средний совокупный размер пенсии из бюджета составит 130 414 тенге. Кроме того, в течение 5 лет, начиная с 2023 года, будет осуществляться ежегодное поэтапное повышение минимальной базовой пенсии до 70% от прожиточного минимума, а максимальной до 120%. Установлены, значит, следующих размерах. Месячный расчетный показатель в размере 3692 тенге, прожиточный минимум 43407 тенге, минимальная пенсия, назначаемая в 2024 году, 57853 тенге и минимальная базовая пенсионная выплата 28215 тенге. С этого года единовременное пособие на рождение первого, второго и третьего ребенка увеличилось со 131 тысяч тенге до 140. Деньги, выплачиваемые при рождении 4 и более детей, увеличены с 217 тысяч до 232. Размеры государственных социальных пособий – это по инвалидности, по случаю потери кормильца, родителям, воспитывающим ребенка-инвалида и лицам, ухаживающим за лицом с инвалидностью первой группы, повышено в связи с изменением величины прожиточного минимума, то есть на 7%. Например, размер пособия по инвалидности первой группы, если в прошлом году составлял 89200 тенге, в этом году составляет 95400 тенге. Отметим, что социальные выплаты в регионе получают более 145 тысяч человек, из них 102 тысячи пенсионеры. Наталья Итова, Улан Идрис, Урал Амренов, служба новостей.